В Армении к охране государственных границ уже стали привлекать представительниц женского пола. Так, в армянском сегменте социальных сетей распространилось видео, на котором девушка по имени Алиса Мелконян стоит на страже госграницы. Нехватка мужчин, часть из которых погибла в 44-дневной войне, часть дезертировала, а оставшиеся покинули пределы Армении, заставила взяться за оружие женщин. А армянские пользователи сети, в том числе депутаты национального собрания, с большой гордостью делятся этими кадрами. Сообщается, что Алиса несет службу на постах, расположенных вблизи армяно-азербайджанской границы.